Здравствуйте! В данном видео мы объясним различия между спутниковыми точками доступа Turiasat Sliv Plus и Turiasat Sliv Hotspot. Данные модели нового поколения, через них можно использовать голосовую связь Turia, передачу SMS и также можно будет воспользоваться интернетом. Спутниковая точка доступа Turiasat Sliv Plus работает следующим образом. Она подключается к любому смартфону на базе Android либо iOS через Wi-Fi канал. Предварительно нужно будет на ваш смартфон установить приложение бесплатное. Его можно скачать с App Store либо Play Market. Turiasat Sliv Plus отличается тем, что он со смартфоном становится одним единым целым. То есть он может превратить ваш смартфон в спутниковый телефон. Сейчас мы более подробно его развернем и покажем. Turiasat Sliv Plus отличается тем, что он уже как отдельно стоящий модем, его можно будет использовать отдельно в пределах 2-3 метров рядом. Также он подключается через Wi-Fi, одно устройство только может к нему подсоединиться. А далее после соединения вы можете через данное приложение использовать голосовую связь Turia в любой точке мира. Более чем 160 стран мира покрытие. Не работает эта связь только на территории Соединенных Штатов Америки, в заполярных областях, также за Камчаткой и в Южноафриканской Республике. В остальных всех регионах есть покрытие. Более подробно вы можете посмотреть зону покрытия на нашем сайте sat.store.kz. По тарифам. 1 минута исходящего вызова 0,9 единиц Turia. Это 450 тенге, то есть 1 доллар. Можно будет использовать интернет. Скорость невысокая. Примерно работает как 2G. Но она рассчитана для передачи небольших медиафайлов и текстовых сообщений. Также можно будет воспользоваться любыми мобильными приложениями, интернет-банкингом, либо электронной почтой. Любые ваши любимые приложения всегда будут у вас под рукой в любой точке мира. Также сим-карта Turia и батарейка. Данный зажим универсально подходит под любые типы телефонов. В комплекте также есть аккумуляторная одна батарейка на 2440 мА. Работает она в режиме беспрерывного действия, максимум 1,5-2 часа. Спутниковая точка доступа Turiasat Sliv Hotspot. Они внешне разные. Предыдущая модель у нас была с креплением для смартфона. Данная модель уже идет непосредственно как отдельно стоящий такой модем. У него выдвигается антенна также. Он также здесь включается. Если вам понравилось наше видео, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. У нас будет еще много всего интересного. Спасибо!